Картинка в сети сегодня в тестовом режиме заработает система интернет-трансляции с выборов. Напомню, в республике 2800 избирательных участков оборудованы веб-камерами. Благодаря технике любой желающий сможет следить за ходом голосования в режиме онлайн. Как утверждают специалисты, картинку с одной камеры одновременно смогут просматривать 60 тысяч пользователей всемирной паутины. Для этого до 3 марта необходимо зарегистрироваться на сайте, указанном на экране. Количество людей, пришедших на избирательные участки, можно отсмотреть. Сама процедура, какая обстановка на избирательном участке, взаимодействие членов комиссии с наблюдателями, допустим, или с прессой в том числе. Поэтому общий характер работы будет виден, четко, ясен.